На сессии Госсовета парламентарии приняли отставку депутата Дмитрия Евсеева и вручили ему благодарность спикера Госдумы России Сергея Нарышкина. Депутат от КПРФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, Дмитрий Евсеев сдал свой мандат. Ранее Дмитрий Евсеев сложил в себя полномочия руководителя фракции КПРФ в Государственном Совете в связи с выходом из партии. Поводом для этого послужили его разногласия с лидером чувашских коммунистов Валентином Шурчановым. Дмитрий Евсеев намерен продолжить депутатскую деятельность в Чебоксарском городском собрании депутатов, где освободился мандат Алексея Лапина, тоже, кстати, из фракции КПРФ. Напомним, его полномочия прекращены досрочно из-за вступившего в силу приговора по делу о мошенничестве.